танець, кажуть, мова душі, а для танцюриста це ще й власний засіб створення справжнього витвору мистецтва. Мабуть, найголовніше в цій мові її універсальність. Дівчата зі студії Art Room вирішили розкрити вічну тему кохання за допомогою контемпорарі, одного з найкрасивіших та витончених різновидів танцю. Нам прийшла ідея в голову з банками, з рибами, і від цього пішло названня, тобто то, о чому ми мовчимо, як риби. И на самом деле действительно так и есть, потому что в этом спектакле каждый танцор, у него у каждого своя история, и это действительно настолько сокровенно, что об этом никто не знает. То есть это было настолько личное, что вот сейчас нам на сцене нужно будет вскрыть і повністю вообще обнажити всі свої самые болезненные воспоминания. Біля будинку архітектури натовп шанувальників і родичів танцюристок. Невелике приміщення камерного театру спеціально розраховано на те, щоб актор міг тісно взаємодіяти із глядачем. Проте сьогодні гостей прийшло більше, аніж можна посадити у залі. Сьогодні ми отримаємо аншлаг, це ми вже знаємо. Да. Много білетів продано? Всі. За неделю еще все билеты продались, но сегодня еще мы немножко мест организовали. Так что те люди, которые придут к нам непосредственно с каких-то афишниц, да, городских, ну, я думаю, смогут попасть. Но многим людям нам пришлось, к сожалению, отказать, потому что мест не было за неделю до театра. Оглушенный, пластиковый, простой. Посидели час, разошлись не глядя. Никаких останься или постой. У меня ночной, 56-й. Подвези меня до вокзала, дядя. Ты же едешь совсем пустой. Я бы не уходила. Я бы сидела, терла ободок стакана или кольцо. И глядела в шею, ключицу, горло, ворот майки, но не в лицо. Вот бы разом выдохнуть эти сверла. 101 проклятое сверлицо с карандашным грифель. Язык кинжала, желобок на лезвии, как игла. Чтобы я счастливой побежала, как он довезет меня до угла. А не глухота, тошнота и мгла. Страшно хочется, чтобы она тебя обожала, баловала и берегла. И напомни мне, чтобы я больше не приезжала, чтобы я действительно не смогла. На сцені 5 золотих рибок, 5 дівчат, 5 різних історій, які вони прагнуть розповісти глядачеві. Кожний зрозуміє їх по-своєму, але в цьому й магія. Мистецтво не можна ставити у рамки. Воно багатогранне та універсальне. Ми всі дуже різні, як люди і як танцори. У кожного своя манера виконання, і в цьому свій інтерес. Це додає таку неожиданну ізюмінку от, в саму хореографію, що дуже цікаво. Вселенная гибкий и жуткий материал, из нее можно слепить хоть пьяз Матею, хоть район солнца. Ты единственный, кто должен выбрать, что лепить. Я считала, что это с любыми материальными вещами работает, только не с людьми. Хочешь денег – будут, слава – обрушится, путешествия – только назначь маршрут. События последних недель доказывают, мама, что с людьми такая же история. Будь они трижды холодными скалами, колючими звездами. Просто перестань считать их колючими звездами. И один раз поговори, как с самим собой, живым, тёплым, перепуганным. Вот удивишься, как все изменится. В организации спектаклю брали участь не тільки працівники та учні арт-руму, але й команда «Сім п'ядей». Дмитро розповів нам, як саме прийшла ідея створити подібне дійство і чим вона була навіяна. З цими дівчатами із арт-рум Dance Studio я працював раніше, на своїй предыдущій роботі в торговому комплексе, не буду говорить, каком, то, что за рекламу они не платили. Вот. Получается, идея пришла на основе каких-то наших общих переживаний. Мы давно хотели сделать нечто подобное, чуть-чуть около года назад, но все никак руки не доходили. Ну и плюс площади торгового центра, да, торгового комплекса не подходили под этот концепт. То есть здесь у нас главная идея в том, чтобы с помощью танца, да, показать эмоции, переживания, внутренние, которые люди испытывают, когда пишут стихотворение, да, то есть вскрыть гармонии тела, всю вот эту глубину. Попередження про дозвіл оплесків лише після закінчення спектаклю не спрацювало, і глядачі, зворушені побаченим, все-таки поривалися аплодувати. Проте найвитриваліші дочекалися свого часу, вітали дівчат оплесками стоячи.